Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале «Новости в мире», а для вас уже готов очередной выпуск интересных новостей. Вся правда об отношениях Кончаловского и Толкалиной, и почему они так и не дошли до ЗАГСа. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в январе прошлого года, а со стороны они казались красивой и гармоничной парой, но в какой-то момент все пошло наперекосяк, о чем не могли не узнать их поклонники. Сейчас Егор и Любовь живут каждой своей жизнью, но история их любви продолжает будоражить умы ценителей их таланта. Сами актеры называют началом семейных отношений 25 июня 1996 года. Примечательно, что пара так и не зарегистрировала брак в ЗАГСе, но это не помешало ей прожить в гражданском партнерстве 2 десятилетия. В одном из интервью Толкалина призналась, что вопреки общественному мнению не хотела становиться официальной супругой. Дело в том, что перед каждым таким походом Егор составлял брачный договор. Люба с ужасом смотрела на кипу бумаг и понимала, она не сможет это подписать. Она настолько верила Егору, что даже подумать не могла, что человек, с которым они вместе прожили столько лет, вдруг станет абсолютно чужим. У Толкалина и Кончаловского родилась дочка, которую назвали Машей. Люба очень хорошо понимала, что Егору необходимо личное пространство и давала ему полную свободу. Потом актриса призналась, что большинство отпусков семья проводила отдельно. Толкалина много путешествовала с дочерью, а Кончаловский оставался в загородном доме и упивался покоем. После расставания Егор Кончаловский и Любовь Толкалина дали совместное огромное интервью для журнала. Подробности, которые они рассказали, поставили сеть на уши. Толкалина призналась, что так и не смогла найти общего контакта с матерью Егора. Мама Любы тоже Кончаловского недолюбливала, но причина была в другом. 30-летний повеса мог здорово подпортить жизнь ее 17-летней неопытной дочурки. Тем не менее, пара ни о чем не жалеет. Толкалина проговорилась, что знала о том, что Кончаловский как-то сбегал из-под венца. Это была еще одна причина, почему она не настаивала на официальном союзе. Сейчас они оба счастливы с другими людьми, а прошлое не изменить, тем более, что, по мнению актеров, все складывается как нельзя лучше. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш